Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас мы уколем интровит, уже поросятам 2,5 месяца, свинкам. Будем колоть 5 кубов. 5 кубов, в принципе, не очень много, наверное, можно и 10 было бы. Ну, мы по 5 вколем, для того, чтобы поддержать их, потому что зима у нас сейчас. Кормим только комбикормом, ячмень с пшеницей. В общем, поехали. Сама зайдет. В общем, вы видели, я, конечно, подозреваю, что многие будут ржать, но я не вижу другого способа, как ее заломать без особых, чтобы было усилий, так скажем. Завалили на бок просто. А в заднюю ляжку почему? Ну, фиг, за ухо мне не нравится как-то. А в ляжку нормально. Свинка поорала тоже. Мы ее поддержим. Зима у нас сейчас. Витаминами проблемы, кормим только, никого БМВД не даем. Я, короче, не сторонник этого всего. Мне не надо сильно крупные свинки, я их не надо откормлю. А именно для, смотри, какая хитромудрая, слышь, откинула доску, чтобы внизу пока упал. Сейчас ее сестричку будем колоть. Стой, ты не убежишь. Видишь, это объедает рыжика. Покрупнее. Он еще потом отъедет. Довольно. Сейчас будем еще последнего. Третьего из магика. Что, наоралась? И вдовылась там. Мы их прижимали, он красные следы. Сало вообще не мог. Синяки будут сразу. О, вот это у нас Петрен. Петрен на Петрен. И будет 3 поросенка. Вместо 12. Если будет так, пойдет на мясо. Возьмем у Андраса. Если будет так, пойдет на мясо, а мы возьмем у Андраса. Так, ну и последний сейчас. Там маленькая свинка еще. Ей буквально 1,5 месяца. Поэтому с ней будет меньше проблем. За задние ноги вперед. Хватает. За задние лапы, как обычно. Ну что, чувствуется? Конечно. Здесь у нас все по накатанной. Ну, конечно, уже громадная. Словно. И видите, какой петренчик хороший. Сколько цесет? Потом посчитаем. 1, 2, 3, 4, 7, 14. Среднее будет количество 7, максимальное 14. Ну все, а ну отойди. Сейчас загоним мамочку и все. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Пусть ваши поросята не болеют, когда и растут большими и здоровыми. Все, выключайте.